Здравствуйте! В эфире «Мобильная Хакасия» – передача о высоких технологиях в области телекоммуникации и связи. У вас свой автопарк? Тогда следующая новость специально для вас. Сотрудники компании «Мегафон» помогут сэкономить на содержании автомобилей треть от всех расходов. Благодаря услуге «Контроль автопарка». Ее предоставляют корпоративным клиентам вместе с возможностью в режиме реального времени контролировать движение автомобилей. Более того, пользователь такой услуги в любой момент сможет узнать не только, где находится его машина, но даже проследить за показаниями датчиков. А значит, подключив опцию, вы всегда будете в курсе всего, что касается ваших автомобилей. Будь то две машины или 2000. Итак, любопытство хозяина автопарка удовлетворено. Но есть еще один приятный плюс. Издержки на топливо и сервисное обслуживание отныне будут обходиться вам дешевле. По оценкам специалистов, экономия составит до 30%. Компания, имеющая автопарк, часто сталкивается с проблемами, связанными с расходами по эксплуатации транспортного средства. То есть сотрудники халатно относятся к машинам и бывает такое, зачастую сливают топливо и отклоняются от данного маршрута. То есть эта услуга позволит компании очень хорошо снизить расходы и увеличить эффективность трудовой деятельности компании. Услуга «Контроль автопарка» сегодня популярна в службах груза и пассажироперевозок, банках и организациях по прокату автомобилей. Использовать ее могут предприятия, независимо от количества их штата и транспортных средств. Она проста и удобна в применении. В распоряжении пользователя стандартный набор опций. Здесь есть все, что может понадобиться вам в работе. К примеру, вы захотели выбрать подходящую именно вам комплектацию. Или, что немаловажно, оценить стоимость затрат. Специально для этого сотрудники компании разработали калькулятор. Интерфейс для мониторинга клиенту поставляют уже настроенным. Однако каждый пользователь может сам изменить параметры. Абонентская плата за использование услуги 500 рублей в месяц. Чтобы подключить ее, необходимо заполнить форму заказа на поставку и установку оборудования. Это можно сделать самостоятельно по ссылке или в офисе компании «Мегафон». Планшетный компьютер с впечатляющими характеристиками при минимальной стоимости. Вы не верите, что такое возможно, а зря. Смартфон «Логин» еще весной поразил рынок мобильной связи, став самым доступным смартфоном в России. Сегодня компания «Мегафон» предлагает одноименный планшетный компьютер. Стоимость устройства составляет 4500 рублей. При покупке в фирменных салонах абоненту дополнительно зачисляют 1000 рублей на лицевой счет. В итоге клиент – обладатель не только планшета по привлекательной цене, но и оплаченного на нем интернета. Планшет имеет двухъядерный процессор и 1 гигабайт оперативной памяти, который обеспечит высокую скорость и стабильность работы установленных вами приложений. Также здесь батарея, аккумулятор увеличенной мощности в 3400 мА. Что позволит планшету работать в автономном режиме до 300 часов. Устройство оснащено стереодинамиками, которые позволят слушать музыку в отличном качестве. Планшет «Мегафон Логин» уже набрал популярность среди клиентов. Его продажи стремительно растут по всей России. По данным аналитической службы компании, только за первый квартал 2013 года уровень продаж подобных планшетных компьютеров вырос в 9 раз. Важная информация. Качество связи в отдаленных поселках Урала, Сибири и Дальнего Востока улучшится благодаря станции спутниковой связи «Мегафон». Новейший наземный комплекс «Спутниковый хаб» начал работать на территории Красноярского края. Большие расстояния и сложные климатические условия восточной части России существенным образом влияют на принцип работы операторов связи. Невозможность провести оптоволоконную магистраль в отдаленные поселки по причине вечной мерзлоты или сложного рельефа требует установки базовых станций. Они работают со спутниковыми каналами связи. И уже по ним голосовая связь и мобильный интернет доставляются конечным абонентам. Постройка новейшего управляющего комплекса в Красноярском крае позволила «Мегафону» ежегодно экономить более 100 миллионов рублей и пропускать через себя в 2-3 раза больше дата-трафика по сравнению с технологиями предыдущих поколений. И как следствие, тысячи абонентов, проживающих в отдаленных районах Сибири, получают бесперебойную, порой жизненно необходимую, мобильную связь. На этом у нас все о новинках современных технологий в области телекоммуникации и связи. Смотрите в следующем выпуске «Мобильной Хакасии». До встречи!